Так лыжи и палки пускают в дело начинающие лыжники Кукмара. Как говорят спортсмены и их тренеры, с такой базы теперь высокие достижения не за горами. Перепады высоты и извилистый маршрут помогут развить просто олимпийское мастерство. Тут есть горы, равнина. Помогает лучше подготавливаться. Это очень хорошее место для будущего поколения. Вообще здорово, что у нас такое прекрасное здание построили. Желаем прославить родную республику. Лыжную базу основали у подножья горы на берегу речки. Здесь жители Кукмара и раньше любили кататься, но делу мешал бурьян и отсутствие всяческих удобств. Неиспользованная площадка была, здесь почти 1,5 гектара. И мы его за полгода расчистили и по программе построили лыжную базу. И в дальнейшем мы эту площадку планируем еще дальше развивать. Мы хотим асфальтированные, роллерные трассы сделать. Лыжные трассы представляют из себя закольцованные 3,5 километра. Но что самое важное, они полностью освещенные. Подготовить снаряжение и отдохнуть после занятий можно в лыжном домике. Такая модульная база стоимостью 6 миллионов рублей стала 11-й по счету, построенной в этом году в республике по президентской программе. Здесь базироваться будет отдельная спортивная школа. Лыжный гонок, который профессионально будем готовить лыжников именно на различных соревнованиях российского и мирового уровня. Это шикарная база, все условия есть и для массового катания. В Татарстане сейчас более 50 лыжных комплексов. На следующий год запланировано строительство еще 15 таких объектов. Таким образом, в каждом районе будет своя лыжная база. Дмитрий Ирин, Александр Лобанов, ТНВ, Кукмарский район.